42 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 выявили в Магаданской области за последние сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Колымы обследовано на COVID-19 105 613 магаданцев. За весь период пандемии заболели 5673 человека. С выздоровлением выписали 4848 колымчан. Роспотребнадзор предупреждает о том, что в общественных местах необходимо надевать маски и перчатки. При посещении мест с большим скоплением людей надо чаще мыть руки с мылом и пользоваться антисептиком. При первых признаках простуды лучше остаться дома, а при повышении температуры вызвать бригаду скорой помощи. Соблюдение этих мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией, утверждают специалисты.